Хорошо, молодой человек, скажите, пожалуйста, о каких подвигах Геракла говорит Вергилий в последней песне «Энеиды»? Что? И этого не помните? Ну, как звали пса, которого Геракл вывел из Аида? Цербер. Ну, слава богу, вы молодец. Правильно, можете идти. А теперь вопрос на три с плюсом. Ответьте мне, пожалуйста, кто из античных ораторов старался победить свои физические недостатки, чтобы иметь возможность выступать на народном собрании? Три с плюсом вам обеспечены. Предположительно, ответьте. Ну, только в этой городе, не применяться же народа, я такой, там страшная, поэтому, ну ладно, про это уже страшно, а это еще и обратно. Это по-разному, я там как бы машина. Слева, ты что, берешь пример Тимосфена? Ну, он тоже набивал рот, пытался что-то сказать, тебе же непонятно. Демосфен. Итак, милостивый государь, вопрос на 100 тысяч рублей. Помните ли вы роман «Утраченные иллюзии»? На каком этаже жил Даниэль Дертес, предводитель Содружества, парижский друг Люсьена Шардона? Четыре варианта. Первый этаж, белый этаж, четвертый этаж, шестой этаж. Сева, ты что здесь делаешь? Привет. А что с тобой? Бог ты мой. Ты куда это собрался? Сева, ну наконец-то! Сева, ну ты забыл, что друг на шестом этаже живет? Шестой этаж? Кого? Пошли! Да ведь это же был шестой этаж! Назовите, пожалуйста, имена героев романа Орвелла 1984 год. Извините.